Марго, и сегодня я вас познакомлю с Гора и Ганьюй. Я буду ухаживать за ними и делать такое видео, то есть как проходит наше утро с ними и вечер и день. Ну, короче, вы поняли. И сейчас я расскажу о них. Ганьюй первая у нас. Она у меня появилась совсем недавно. Я ее нашла в книжице. Я ходила за всякими там аниме вещами. Я люблю такое, знаете, вид аниме. Ну, и в Геншин я играю, да. Ну, совсем у меня недавно она появилась. Гора, это уже... Ну, не так давно, но давно. Не знаю, как это объяснить. Не помню, какого точно числа, но где-то в феврале, конце февраля, короче. Вот так. И сейчас я проведу вам обзор по их вещи. Ну, то есть, где они спят, игрушки, все вот это вот. Вы поняли. Это у нас кровать. Вот тут подушечка. Тут вообще лежанка для кота. Но это кровать. Тут спят Гора и Ганьюй. Погнали. Вещи. Ну, то есть, кормление их. Первое, это у нас вот такая кружечка. Они любят пить чай из этой кружки. Или воду, или сок, ну, или лимонад. Чем я их кормлю? Такие. Зефиры. Яблоко они очень любят. Они яблоки просто обожают. И они едят вот эту вот. Я называю ее фрутоняня, но это не фрутоняня. Но это такая фигня, которую надо сосать. Вы поняли. Вот чем я их кормлю. Очень любят вот эти наггетсы. Я тоже их обожаю. Они просто отпадные, очень вкусные. Сейчас им не суп покушать, они только встали недавно. Сейчас. Я их, короче, покормлю и вернусь к вам. Их покормила, теперь игрушки. Ну, конечно, пистолет, там вот эти вот фигни, которые типа меч. Ну, я не знаю, это как пират, ну, короче... С пистолетами они, короче, берут вот такой пистолет, и они стреляют с патронами, они бегают по квартире, да, и друг друга стреляют, но не пульками. Ну, или берут с этого пистолета, вот так вот вытаскивают все пульки и играют. И также с мячами. Но с мячами я им не разрешаю играть. И так. Они любят вот эту вот каталку. Они туда садятся, просят меня их покатать. Ну, и они и так катаются.